Какое время тебе Бог-то занес? Отец мой! Простите, матушка! Какая погода такая? Простите, матушка, что в столь неурочный час побеспокоил. Ничего. Такой гром сумятица такая. Что? Отец мой, у тебя как у Борова. Вся спина и Бог в грязи. Где ты изволил так засалиться? Слава Богу, матушка, что только лишь засалился. Благодарение небесам, что боков не отломали. О, святители, какие страсти. Садись, отец мой, садись. Благодарствуйте, матушка. Ой. Отец мой. Да. Чайку? Простите. Чайку? Можно, матушка, и чайку для сугрева. Если вас это, конечно, не затруднит. Что-то, отец мой. О, зачем заговорил с ним о деле? Разве дело такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву? Ноздрев человек дрянь. Ноздрев прибавит, наврет, распустит, черт знает что. Поступил неосторожно, как ребенок, как дурак. Ой, дурак. Дурак? Дурак, дурак. Отец мой! Отец мой! А с чем прихлебнет чайку? А? У меня есть во фляжке фруктовая. Что вы говорите? Фруктовая? Отец мой. Ну что же, можно, так сказать, и фруктовый. Но... Благодарствуйте. Ну, Машка... Ой, простите. А как, Машка, фамилия ваша будет? А то что-то я совсем рассеялся. Помещица, коробочка, коллежская секретарша, вдова. Сукин сын. Кто? Кто, отец мой? Ноздрев, матушка. Знаете такого? Не слыхал. А кто такой? Помещик местный. Нет такого помещика. Что вы говорите? Да, да и правильно, и Господь с ним. Ну... Ваше здоровье. Будь здоров, отец мой. Ой. О. Матушка, просто как бальзам. Вы благодарствуйте. Ой, а скажите, матушка, как ваши... Имя отчество будет. Настась Петровна. Что вы говорите? Да. Ой. Какое хорошее имя. Моя тетка, знаете ли, сестра моей матери тоже. Настасья Петровна. Чичиков. Ага. Павел Иванович. А вы, я чай, заседатель? Да ну что вы, матушка, какой я заседатель. Езжу так по своим делишкам. Ваше здоровье, Машка. Значит, ты покупщик? О! Жаль. Нет. Жаль, 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 что я продала купцам мед так задешево, а ты бы меня, отец, верно его купил. Что купил? Мед. Мед? Да ну что, Машка, вот меда бы как раз я у вас и не купил. Меда купил бы. А что так другого? Пеньку? И пеньку бы я у вас не купил. Ой, отец мой, ты не видал мою пеньку. Нет, Машка, нет. Меня интересует товарец другого рода. Машка. Вот скажите, Машка, чай у вас в хозяйстве в этом году много крестьян-то вымерло? 18 человек, отец мой. 18 человек? И такой все умер, славный народ. Что говорите? Кузнец у меня сгорел. Ой, у вас еще и пожар был. Да что ты, уберег Бог,
отец мой, сам сгорел. Знаешь, как-то у него внутри загорелось, чересчур выпил. Только-то синий огонек по нем пошел, знаешь, так... Стрел, весь тут как угол стал черный, весь как... Чистый уголь, чистый! Что? А такой был преискусный кузнец, теперь выехать не на чем, мне лошадей-то подковать теперь некому. Насесть, Петром, голубушка, продайте вы их мне, а? Не лошадей не надо. Вот этих, которые у вас вымерли. Какой же отец мой-то? Что же ты? Я никак в толк не возьму, ты же собираешься выкапывать их из земли. Кого? Ой, матушка, уморили меня! Зачем же мне квык? Да ну что вы, сделка будет числиться только на бумаге. Ну ты как, Настасья Петровна? А зачем они тебе? А вот это уж мое дело. Они же мертвые. Ну а кто же сказал, что они живые? А я вам за это, Настасья Петровна, вот, дам 15 рублей ассигнации. 15 рублей ассигнации. Ого. 15 рублей ассигнации. Ого. Никогда! Что? Я никогда не продавал еще мертвых. Ну, это естественно. Я боюсь, как бы на первых порах ты не понести убытку, отец мой. Может быть, ты меня обманываешь. Они, отец мой, может быть, того. Они, может быть, как-нибудь это больше стоят. Да чего же они могут стоить-то? Не знаю. Матушка. Не знаю, сколько они могут. Да кому они нужны? Ну, вот, совсем никому не нужны. Ну. Ты правду сказал. Ну так что, по рукам? Меня только одно останавливает, что они мертвые. Я лучше повременю маленько. Повременю маленько, а вот понаедут купцы, я применюсь к ценам. Вот срам. Срам. Чистой воды срам, Настасья Петровна. Ну вот скажите, на что они им нужны? Какую выгоду они из них могут сделать? Ну, может, как-нибудь в хозяйстве под случай понадобится. А, по ночам ворон пугать. Что? Ну, так, крестная стави, сила. Ну что вы, Настасья Петровна, ну что вы молчите? Ну скажите что-нибудь. 15 рублей, Настасья Петровна. Я прям не знаю, как тут и быть-то такое дело, ты право. Хорошо, хорошо, я согласна. По рукам. Я тебе дам пеньку. Да на черт мне ваша пенька! Ваша пенька. Я вас прошу, продайте мне душ, а вы мне свою пеньку суете. Настасья Петровна, ну как мне стыдно? Ну, больно, дело такое небывалое. Настасья Петровна. Чёрт, я говорю, чёрт. Что ж ты, отец мой? Ну что ты поминаешь его ночью? Я сегодня всю ночь, если я не спала всю ночь из-за этого проклятого дитя, он мне приснился такой страшный. Рога длиннее бычачьих. Я вообще удивляюсь, Настасья Петровна, как они вам десятками не снятся. Из-за того человеколюбия хотел, смотрю, вдова, убивает, да, помочь хотел. Да проводи ты пропадом со всей своей деревней. Ой, ой. Какие ты забранки прогинают. Да потому что, ей-богу, Настасья Петровна, с вами слов не найдешь. Все равно, что это, как ее, ну, дворняжка на сене и сама невесты другим не дает. Ой. Отец мой, ну что ж ты так рассердился-то горячо? Ну, коли я знал, что ты такой... Я бы дала за 15 ассигнаций. А? Ну так по рукам. Настасья Петровна, ну? А, в
кого-нибудь имеете, чтобы удостоверил вашу подпись? Как же. Отца протопопа Кирилла, сын. Молодец. Ну и прекрасно. Ну что же, желаю вам здравствовать. Ой, что это, Настасья Петровна? Горошку, отец мой. Фруктовая. Ну, благодарствуйте, позвольте. Я вдова. Позвольте. Я вдова. Так что это, а? Старуха безумная. Система! Господи, да пропади ты пропадом! 15 рублей. Ассигнациями. За моих дотеньких. Промахнулась. Продала втретевшего. Марка! Дунька! Одеваться! Ах, 400 душ. 400 душ. Батюшки мои! Сколько у вас здесь подпичкано, да? 400 по 200 рублей. Ох, души вы мои, души. А что вы сердечные поделывали-то на своем веку? Как жили, как помирали, как... Вот ты, длинный во всю строчку. Петр Савельев, не уважай корыта. Вот кто ты? А? Мастер ли ты был? Или так? Мужик? А помер ты как, а? Как ты помер? Как Господь тебя прибрал? Да. Пробка Степан. Плотник. Чай сходил ты все дороги в губернии с топором за поясом. Перебивался в день. На грош хлебом, да на два сушеные рыбы. Знаю тебя, знаю. А вот как помер ты, и не знаю. Так, пойдем дальше. Максим Телятников, сапожник. Трезвость и пример. Сапожник трезвости. Я как сапожник, это я знаю, да? Ой. А как ты помер? Сапожник. Сапожник. Без сапог. Да. Григорий, ты еще не доверишь. А ты, Григорий, кем ты был? Извозом ли ты занимался? А и купил тройку, да кожаную кибитку, пошел тащаться с купцами по ярмаркам. И где ты помер? Уж уходили меня бродяги на большой дороге. Или сам ты ни с того, ни с сего. А может, просто ни с того, ни с сего, завернув в кабак. А потом прямо в прорубь. О, русский народец. Не любишь ты помирать своей смертью? Так. Уже 12. Что ты так закопался? А вот еще бы пусть дело, какое это,
ни с того ни с сего загородила колесицу. А ну, произведи поголовную перекличку. Перекличку. А? Жалость. Вина всему. Жалость. Петр Савельев, не уважая корыта. Я. Пробка Степан. Я. Максим Телятников. Я. Григорий, доезжай, не доедешь. Я. Каретник Михеев. Я. Елисавет Воробей. Я, Елисавет! Фу ты пропасть. Баба, подлец Собакевич. Абакум Фиров. Еремей Карякин. Смирь!